Хорошо, а в фильмах Александра Меты, да, где вообще вот самый выдающийся, как с вашей точки зрения, не будем, ну, вот в вашей системе координат, выдающийся, скажем так, осознанный, осмысленный. Удался вам где? Где удался, где места было много. В сериале «Граница», таежный роман, там, так сказать, целая, как бы, ну, как бы, так сказать, серия целая, так сказать, посвящена, так сказать, саспенсу, когда жена героя, жена Миши Ефремова, так сказать, понимает, что они все, они в полном, так сказать, ну, чем вы понимаете, так сказать, вот, выбраться не могут никак совершенно. И им грозит, так сказать, ужасная участь, надо быть, превратиться в дилеров или погибнуть, дилеров, в наркодилеров, ну, чего они не хотят, так сказать. И она вспоминает, что у нее было с детства учение, она обучена отцом, так сказать, карточным трюкам всяким, и она едет, идет в поезд для того, чтобы в карточной игре с профессионалами отыграть, заработать эти деньги. Но оказывается, что она попала не к дилерам, не карточным шулерам, она попала к бандитам, потому что эту ситуацию в поезде контролируют бандиты. Те, кто не хотят, кто выигрывает или не хотят проигрыш платить, их просто убивают. То есть саспенс растет непрерывно совершенно до самого конца. И это очень успешная серия. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».